Дань к ногам повелителя. Никита наблюдает, как и приносят они кору, где собрали, и к ногам его бросает, как хан стоит, это вассалы. Вот. О, что делается. Нечего сегодня, нечего делать. Все, переделали. Ну, а без дела нельзя сидеть. Так. Ну, что мне надо? Надо в руки дать бич. Грабли? Что, нам пойти сейчас привезти или послезавтра, то есть, когда там закончим все? Завтра, я говорю, завтра. Но мы же за раз-то не увезем все же. За раз? Ну, конечно. Ну, два раза машину брать не будешь. Надо, кстати, когда обработаем. А, ну да, это тоже. Обработать сегодня надо убрать. Понятно. Ну, сейчас вот можно часть в теплицу, там-то можно работать, там нету сырости. Пускай. В теплицу их не загонишь, они все перетопчут. Нет, там старшая сестра и пару девочек взрослых, которые. Ну, пускай. И вот тут полить надо сейчас, вот тут, лейкой. Где? Вот, у нас вот тут грядки есть, надо полить их. Ну, поливайте. Занять пока утром ищем, на день займешь. Брат, мальчиков есть сегодня у тебя эти занять? На твоей территории? Да мне пилить нечего. Ну, задача-то какая. Нет, не пилить. Там пила и козлы только выручку давали. А работы нету, они любого диктатора сбросят. Видишь, сейчас сыро. Для них, начнется для них революция. Для них это сыро сейчас. Тарасин, ты что нашла? Вот они, собирайте. А, это щетки, нам дай щетки. Ладно, я зайду, проверю, что там делают. Так. Где Марина у нас? Так, Валерия, Агния, отдай эти грабли. Вам другое. Так, Леонида, вам троим другое задание. Подходите сюда. Кому другое задание? Валерия, Агния, Леонида? Да. Валерия, сюда иди. В баке вода. Сейчас ведерки берете, лейку берете, и вон те вот грядки надо полить. Вон те вон. До картошки. Это наша территория. Там дальше не трогай, там матушкина. Картошку не трогать? Да вообще все, кроме. До картошки. Ну, в общем, я... Наши грядки, все, кроме полить. Картошки. Вот, подходите сюда, я вам дам сейчас лейку. Держи ведерки. Держи ведерку. Все. Там туда в окне лезьте, только тем ведром черпать. Запомни. Хорошо, окей. Так, а где у нас лейка? Красную какую-нибудь лейку видел? Кто куда дели ее? А разве она не... Нет, ее там нет. Подожди, а кто ее утащил куда? Брат, это, ты лейку не брал поливать? А, здесь, да? Дай, пожалуйста, вот, девочка. Ну что, пойдемте к грядкам, берите кто-нибудь лейку. Давай я лейку. Леонида, бери, да, ты это, давай, побольше. Лёжка. Сюда подходите, к баку. Вот тут у нас вода. Вот ведро, им черпать. То есть да, ставьте на землю и наливайте. Землю? Ну или так держите, чтобы не уронить, главное. Вот там у нас арбузики. Арбузики, знаете, как выглядят? Да, вон там, возле картошки. И вот это все надо пролить. Лук, вот это все тут. Морковка вон там растет. Морковку тоже пролить. Давай, иди. Да. Почему я сказал про полоть здесь? Они выглядывали красненькие. Видишь, какие красивые. Это, видимо, еще от бывших хозяев досталось. Так, мальчики, что стоите? Вон ту кучу надо вот сюда вот сложить всю. Вот эту, вон ту кучу. И куда? Вот и Игорь. Я вам научу.
Вот на эту кучу сложить. Вот. Все, он там граблями, руками стаскайте. Да, на эту, да. Да, 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 вот на эту. Ну сходи, может там это, может начинать пропалывать уже. Что будет, перемешаются, где улетят какие-то. Не знаю. Ладно. Так, где у нас это Марина-то? Ладно, слава богу.